Доброе утро! Меня зовут Татьяна. Сегодня мы будем расслабляться. На спине идем ложиться. Аккуратно через бочок мы ложимся и остаемся на боку. Вот в таком положении. Ноги согнуты, рука вытянута, вторая рука сверху. И вот смотрите, верхняя рука у нас сейчас короче, чем нижняя. И мы будем это исправлять. На выдохе мы скользим верхней рукой по нижней, закручиваясь грудной клеткой в пол. Это будет выдох. А на вдохе мы будем скользить обратно, выводя плечи в одну линию. Выдох, скользнули вперед. Молодцы. Вдох, вернулись обратно. Движение очень нежное. Аккуратно вперед. Настолько, насколько сегодня получается. И вернуться обратно. Еще разочек сюда. И вернуться обратно. А дальше вот этой верхней рукой мы будем рисовать полукруг. Поставьте пальчики на коврик и не убирайте их с пола. Мы пальцами рисуем полукруг над головой. И идем в разворот лицом к потолку. И уводим руку полукругом так далеко, насколько сегодня это возможно. Не страшно, если рука застрянет наверху. Разворачивайтесь настолько, насколько сегодня можете. И затем возвращаемся также аккуратно на выдохе вернуться обратно. Давайте попробуем еще разок. Скользим пальцами, отрываем от пола. Пальцы все время касаются коврика. Скользим в сторону. Развернулись на свою комфортную глубину. И отсюда завернулись обратно. Еще разворот. Ноги лежат на полу. Не отклеивайтесь бедрами и коленями. Развернулись. И аккуратно вернулись обратно. Попробуем на другую сторону. Аккуратно перекатываемся на другой бочок. Точно так же наши ноги согнуты, рука вытянута, рука сверху на руку. И мы скользим на выдохе вперед. И на вдохе возвращаемся обратно. С выдохом скольжение вперед. Вдох, скользим обратно. И еще выдох. На свою комфортную глубину. Вдох. И выдох. И вдох. И дальше рисуем полукруг. Скользим пальчиками по полу. Разворачиваемся на свою комфортную глубину. Это вдох. Колени не оторвались от пола. И на выдохе раскрутились обратно. Прекрасно. Продолжаем. Вдох. Разворот. Взгляд вверх в потолок. И на выдохе аккуратно закрутились обратно. Еще вдох, развернулись, выдох. И последний разочек. Вдох, разворот и выдох. Прекрасно. Помогая себе руками, аккуратно приподнимаемся, усаживаемся в удобное положение. Расправляем свои плечи, улыбаемся широко. Я желаю вам хорошего дня. Спасибо за компанию. До новых встреч.